заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Но здесь в словах Христа мы видим, да, он неоднократно говорит, любовь, пребывайте, радости. Я думаю, вы согласитесь, что христианство – это религия прежде всего отношений. Да? Вот. И не просто отношения, а отношения в любви. То есть и здесь поэтому Иисус говорит, да, пребывайте в моей любви, я пребываю в любви Отца. И дальше он говорит, тогда будет и радость ваша совершенна, да, и любовь между вами будет, потому что эта любовь идет прежде всего от Бога. И вы знаете, как это то, что меня на самом деле вдохновляет. Каждый раз, когда мы встречаемся с учениками, есть атмосфера эта, любовь и радость, да. И люди порой, когда приходят, они говорят, откуда это, вот любовь и радость, вот такая атмосфера, как это происходит? Но мы понимаем, это из-за того, что Бог с нами. Мы пребываем в Его прежде всего любви, и Бог, вот наполняя наши жизни, мы можем тоже разделять это друг с другом. Поэтому, друзья, добро пожаловать вот, вот именно на наши встречи, собрания в атмосферу любви, радости, на собрании Екатеринбургской Церкви Христа. Добро пожаловать!